Ела молокаши, ела молокаши я. Есть хочу, как собака. Я тоже. Но это не точно. Вы где? А мясо не дала. Всем привет, ребята! Вы на канале Resmoti Ball. И сегодня мы играем в Minecraft. Нашу любимую игру. Ну что, погнали. Я сегодня хочу попробовать найти и зайти в ад. Ты где? Ой, я появилась. Тебя есть топор, у тебя есть меч, у тебя есть кико. Ты можешь сделать длинную кику, если скрафтишь вестак, ты сможешь сделать длинную кику. Я нашла какую-то вот такую штуку. Сделай длинный кику. Мы играли в этот Майнкрафт очень давно, и мы построили дом на дереве. Это нам наша сестра построила. Мы начинаем с вами, нам надо забраться наверх, потому что уже темнеет, мне кажется, скоро. Это наша площадь. Мы можем с вами сегодня попробовать не идти в ад, а в следующей серии пойти. А сегодня мы можем построить дом. Сейчас у тебя топор сломается. Вот сейчас мы с вами возьмем вот эту. Так, мы нажимаем вот сюда, вот сюда, вот сюда. И сейчас поднимаемся наверх, потому что ступени, как вы знаете, я еще не сделала. Уже вечереет, как вы видите. О, цапли! Капец, я дурочка. Ты доверилась. Ну все, до меня зомби в принципе не доберутся, нам надо как бы наверх. Я использую сейчас все блоки, чтобы подняться наверх, потому что нам очень надо наверх. Это мы сломаем и заберем. И лестницу сломай. Потому что. Она так делает. Дин-дин-дин. Бум-бум-бум-бум. Ё-моё. Я боюсь. Милана Медеева. Милана, которая уже сотый раз пытается подняться наверх. О, ну наконец. Там мисток. Посмотрите, как здесь красиво. Что-то монстров не вижу я. Нифига себе, там ты, паука. Скелетон, я Даня думаю. Ужасно боится ночи, а я не боюсь. Так, что мы так можем? Иди вниз и убивай их. Мы можем делать вот это. Ра-та-та-та-та. Сейчас мы дождемся утра. Ты сама сказала, не боишься. Ну, так быстрее. Это что у нас? Белая шерсть. Сейчас мы сделаем кроватку. Я выбросила 3 куска белой шерсти. Ну, наконец-то. Так, что нам надо сделать, чтобы кровать? Вот это, ага. Блин. Декун-дин-дин-гун гитар. Мама, ты что, ты хочешь спрыгнуть? Нет, ни за что. Быстро мы пытаемся сделать кроватку, потому что я думаю, нам очень надо кровать, ну уж. Все, ты ее сделала. Тебе больше. А, 6 кусков? Ну, а что ты мне раньше не сказал? Да я же сказал, что ты это. Нажимаем на верстачок. Тикуринзи-пундиндан. Теперь мы делаем кроватку. Белую. У нас есть кровать. Ставим ее. И спим. Спим. О, ура, наконец-то. Ага, не скажи, что ты будешь прыгать. Ну, я чуть-чуть. На дерево, с дерева на дерево. Ой, я же говорю, кусок упал какой-то. Точно 2 куска упало. Ой, лестница. Так, что мы сегодня будем делать нашим днем прекрасным? Я хочу сделать что-то интересненькое. Но тоже мне алмазы найти, да? Ну, овечка! Даня, чего ты так радуешься? Это всего лишь овца. Да убей его. Алло, куда ты убегаешь? Не убегай, пожалуйста, я буду хорошей хозяйкой. О, нам шерсть дали. И мясо. Я думаю, сегодня мы будем строить вот на этой территории шикарнющий дом. А почему? А потому что... Ты можешь тюльпаны мягкие. Ты говоришь! О, господи, я только что заметила, что я есть хочу, как собака. Я тоже. У тебя осталось их 2. Так. Зачем тебе оно? Оно, чтобы строить дом. Тюльпан, сломай пехотинец. Ну, Настя, ну, мед. Зачем? Да, а вдруг ребята не знают, как сделать мед. Но я сама не знаю, как сделать мед. А я умею. Давай потом, когда мы вернемся себе, и я сделаю тебе, окей? Да, но сегодня мы будем строить с вами дом. Ну, ладно. Мне пофиг, что я кушать хочу. Да, блин, я что-то слишком жрать хочу. Так, что это я хотела? Мама, ты можешь сломать старый дом, и у тебя будет новый дом. Не, пусть у меня будет 2 дома. Теперь надо зачистить это поле от вот этих разных катушек. Я просто не знаю, как это называется. Там курица. О, привет! И что она тебе даст? Еду? Да. У меня, если я буду хотеть кушать, то у меня есть еда. Ну, у тебя мало еды, Милана, у тебя одно мясо. Ты можешь еще один сделать. Ну, куда ты убегаешь, а? Есть. Она тебе пели дала. А мясо не дала! Я хочу мед сделать. У тебя будет много таких, да? Да.
Упал, молодец. Сейчас мы здесь построим, пожалуй, лестницу. Эрма Дарби. Ой. Я забыла кое-что. О, господи. Ой, зачем? Ты будешь поставку делать, да? Да. Теперь мы поставку делаем вот эту. О, господи, я испугалась коровы. Кажется, дождь собирается. Сегодня ночью у нас будет охота на монстров. Потому что... Капец! Ну ты, Милана, даешь! Ты, Милана, у которой осталось двое. Давай так, немножко подождем. Чтобы дальше не убиваться, типа. Да. А то мы убьемся, у нас всех вещь не будет. А, у тебя одной жизни. Ты сейчас убьешься. Я через все, если пойдешь. Блин, почему мне сердечко не прибавилось? Ого. Может, у меня были слишком сильные падения? Да ну и нас! Сложу все вещи, пожалуй, от этих монстров, потому что от них мы можем все ожидать. О, уже закат. Лиси! Так, все, мы дома, мы складываем все вещи. Ну, еще закроем стены. Сейчас мы с вами поспим. Ну, ты сказала, что ты на охоту бы пойдешь. Ой, точно! Я как раз выкладываю все вещи, потому что я не хочу ничего потерять случайненько. Да все не надо потерять! Из угля мы сделаем печку потом. Что ты сделаешь? Печку. Печку это что? Такая штучка, Даня! Так, ну все, в принципе, у нас ничего нужного нету. Палки! Так, все, мы идем на охоту. Только как нам спуститься, у меня один вопрос. Мама, не прыгай! Ой, нам надо еды еще взять. А то мало ли. У нас одна сердечко, а мы пытаемся идти на охоту. Две! Мама, не прыгай, давай. Ради нее я готова прыгнуть даже. Не прыгай! Ты чё? Да господи, Даня, успокойся. Даня очень боится умереть. А если мы умрём, мы все вещи потеряем. Ну чё, пойдёмте на охоту? Там был. За мяску. Тебя паук увидел. Да? Сейчас на нас будут нападать. Воевать с пауком, типа, да? Блин, где они? Я хотела их поубивать здесь. Вы где? Я увидела там крипер. А он, интересно, меня нет? Я не понимаю, чего они меня не убивают? Поздравляю! Блин, нам нужно гнилое мяско. О, там зомби. О, ну наконец-то. Ну наконец-то мы вас нашли, друзья. Они как будто на меня внимания не обращают. Привет! А да? Ты меня обращаешь внимание? Лиза! Дебил! Я кушаю! Мама, я буду кушать! Мама, я покушаю! Мама, не надо! Я буду сегодня кушать! Я покушала йогурт! Буф, я испугалась! Господи! Ой, больно ноги! О, ты паук дебильный! Я застряла, кажется. Адыгам! Хэм. Это крипер. Сколько ты деталек нам дал? Спасибо. Ты добрый человек. Да. Крипер очень добрый человек, потому что он добрый. Да блин, чего их так много? Да я поем, мамка! Поем, да господи, я же сказала, что я поем, они меня не понимают. Пауки. Ребят, сегодня мы пойдем с вами на вон тот водопад, потому что я туда хочу. Только убивай курицу. Ой, нам подождет надо... эта курица. Да, нам надо еды, а ты, Василий. Что это? Это ослик, привет.
Зачем он от меня уходит? Это маленькая лошадка. Нет. Ты что сделала с ним? Ты ударила его. Он от меня убегает. Делать ему как будто нечего. Как поживаешь? Не очень, как? Я даже думаю, что совсем никак. Да, странненький ты тип. Вон, пойдем сегодня на водопады, так сказать. Изучать территории будем сейчас. Ты там ходишь, прыгнешь? Да куда ты плывешь? Куда ты, зачем? О, лосось, нам нужен лосось. Да, милая, зачем? Куда уплывает лосось? Алло. Ты вон дойся, занимайся, ты сейчас умрешь. Ела малокаши. О, там бамбук. Бамбук. Ну, ты моя, вижу, бамбук. Не подскажете, где здесь выход? О, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помогите. Зачем ты пещеру идешь? Иду куда? Я уже чувствую, как здесь. Все, я... Зомби. Сколько тут трудовиков-то, а? Не прыгай. Пойди я быстренько. Так, ага. Эти трудовики меня даже не заметили. Лошадь! На. В смысле? Ты ее покормила? Нет, она меня просто любит. Я не знаю, почему у нее сердечки пошли. Она там овечка убила. Да, нам нужно овца убить. Привет, малышка. Привет. Пока. А? Господи. Ура. Да что? Цветочки. Цветочки. А я потеряла свой дом. Класс. Ну, я помню, что он где-то в той стороне. Но это не точно. Потому что я не знаю, где он находится. Или в той стороне. Мама, сегодня... А сейчас будет уже темнеть. Чтобы Милану убил. И меня убьют. Серая овечка. Ну, я же сказала, что сегодня на охоту пойду. Просто охота вышла из плана. Yes. Она надала серый кусок и одну мяску. Маловато она мясо нам дала. Домовичонок. Убей овечку. Домовичок. Спасибо. Она дала нам еще один кусок. Мы из бамбука сделаем потом сахар. Как? Ну, из бамбука делается сахар. Деревню хочу найти, короче. И всю ее обокрасть. А потом прийти обратно домой и там все. Ты сама не знаешь, где дом. Главное, чтобы эндермены не напали на меня. Но если они мне дадут портал, тогда мы с вами, может быть, и пойдем на дракона. Ты должна убивать еще эндерменов. Но я их что-то не видела. Да, боятся тебя. Тут такая трава странная. Потому что эти ей. Да не, вон, смотри, там ярко, а тут такая. Ну, убей меня. Зачем на меня, блин, морда твоя бежит? Блин, что я такая жопа рукая? Блин, ё-моё, какая ты неубиваемая семья. Ты где? Ну, наконец-то, два мяску дала хотя бы. У нас только еды дома. Вообще. Ну и где у нас деревня? Овца, конечно же, нам нужна. Тут серенькая овца, а где ее мама? Может быть, я ее маму убила тогда? О, ну, наконец-то, ребята. А ты что на меня смотришь? Как? Это что было? Будешь есть? Ой. Ты че? А будешь есть мясо овцы? Не надо. Че? Не будет он есть. Ну, сам виноват, знаете. Я знаю, что он ест сено, но... Извиняюсь, дорогой мой, у нас сена нет. Ну чё, ребятки, мы идём ночью. Лама! Не надо! Ладно. Она как-то так делала. Лесная лама, так сказать. Вот и в наше время мы не каждый день включаем ламу, а в Майнкрафте... Лама. Мне кажется, это зомба. Но мне тоже кажется, что это зомба. Господи, я все время коров боюсь. Они похожи на эндермена. На деревянного эндермена. Ну, курица, естественно. Тара-тара. У нас только нет куриц. Ну, когда будет уже ночь? Я вообще-то пришла воевать за ночь. Кричит. И все, у нас 7. А у нас что ли было не 7? У нас было начало 7, потом было еще 7, когда мы сломались. Идем. О, я не знаю, что это за штука, но мне кажется, она прикольная. Да блин,
Да, господи. О. Зачем? Все, ребята, я поедем прощаюсь так. Я это, в воду буду, в воде буду. Крипер, ты за мной сюда пришел? Все, я пошел. Тики-тей, капелька. Да, не, все нормально. Может, себе зомбаку купить? Добываем песочек. Ты сейчас иду. Добывай, Симон. Ну, а мы плывем дальше. О, я плыву за зомбиком. Привет. Да ну тебе. Он так медленно плывет. Мама, у тебя пузырьки. Ты стебайся, дебил, я камень, я поем, мама, я поем, все. Ну я же сказала. Что это было? Вы тоже слышали этот звук? Вот это. Такое. В глубоких лучше не бывать. А они что ли тоже умеют плавать? Да. Сахарочек взяла. А мы идем с вами ты на берег. Ты кушать хочешь? Зомби! Трудовик. Остань жарить зомби. Не бойтесь, я всего лишь хочу обнимашек. Последний удар. У нас одно сердечко. И мы умрем! Тебе и надо. Да ты обалдел! Как это красиво! Ай, больно ноги. Я просто хотела очень сильно им помочь. Хочу и... Опа. Все, я ухожу. Я извиняюсь, что вас потревожило. Там куча монстров. Ладно. Куча монстров, по-моему, это один скелет. Да. Тык-тык. Гнилая плоть, зачем она мне, но я ее заберу. Они прямо возле моего дома это сделали. Зачем? Интересно, что ест корова? По-моему, корове пофигу, что она ест. Корова, ты меня испугала. Синеночка, дай я тебя убью. Финочка, хорошая девочка. Давай я тебя за... А, я не так кнопку делаю. А я думаю, что не убивается, я не так кнопку делаю. Я да тебя ты... не хочу убивать, я тебя убью просто. Да ты неубиваемый тип. О, привет. Пойдемте на гору. Да надо, ты не убила свинью. Милан, ты не убила свинью. Да ладно, пусть живет. Ей все равно недолго еще. Я добренькая. Сначала чуть-чуть поубиваю, а потом пусть живет. Ну что, ребятки, я думаю, мы этим закончим с вами. Да. Мы так и не нашли, блин, деревню. Деревню не нашли и пойдем не сделали. Вообще грустненько. На охоту мы с вами сходили, но ничего не сделали опять. Поэтому давайте к следующему серии, если вы наберете под этим видео много-много лайков, тогда мы снимем еще одну часть. И там мы... Ну все будем делать. Да. Только покрепче.